problems with sound, with audio I wish channel. To make some additions. Yes, please. You are welcome. So, is it okay? Yes, yes. You see, for me, it is a great honor to receive this degree. And the special pleasure is that it is received the same with Professor Bert Hallberg. And я хотел бы сделать некоторые добавления, связанные с историей. Прошло так много лет удовольствия встретиться с профессором. Богалёв. Кто-то не говорит. Эммануил Йосифович, мы вас слышим, вы можете говорить. Говорит некоторая женщина. There is a background. Да. Мне хочется сказать несколько слов, связанных с историей моей встречи с Николаем Николаевичем Богалёвым. Это очень специальные встречи, и это было почти 100 лет назад. Так что можно удивляться, что я выжил. История состоит в следующем. Все знают широкий спектр интересов и достижений Николая Николаевича. Я был студентом физического факультета. Николай Николаевич был чер, то есть деканом Мехмата, механико-математического факультета. Он в какой-то день попросил заместителя декана физического факультета Юрия Ивановича Карханина, чтобы он пригласил меня встретиться с Николаем Николаевичем. Конечно, это было нечто совершенно специальное для меня. Я должен сказать об этой встрече по-русски. While in general I can switch to English. When I reached Николай Николаевич, he told me, and he was interested in a physical student with physical interest. So he invited me to join him. Его слова по-русски звучали так. Существует лавочка, которая торгует бозой жидкостью.
И Николай Николаевич приглашал меня присоединиться к этой лавочке. Конечно, возможность работы с Николаем Николаевичем была высшим шансом, который мог возникнуть в жизни. Но, к сожалению, все получилось иначе. Хотя Николай Николаевич просил университетскую администрацию и Министерство высшего образования о том, чтобы меня распределили к нему, этого не произошло. Заместитель ректора на распределении распределил меня совершенно независимо от этой просьбы Николая Николаевича. И хотя он предпринял множество шагов для того, чтобы изменить это назначение, в том числе в Москве. Но сейчас все уже открыто, и то, что я скажу, это не представляет государственной тайны. Николай Николаевич работал над проектом САРВИ, но жил он тогда. Я имею в виду то время, которое он проводил в Москве, в гостинице «Москва» в центре города. Я единственный аэродром был на Соломенке Николая Николаевича и застал его в гостинице «Москва». Он пошел в Министерство высшего образования, улица Жданова, 8. По-моему, это называлось Рождественка. Я не знаю, как она называется сейчас. Он был знаком с министром высшего образования Кафтановым и рассчитывал, что это знакомство позволит ему изменить мое назначение. Но когда он пришел в Министерство высшего образования, оказалось, что Кафтанов не имеет права менять назначение, что единственный человек, наделенный этим высоким правом, был товарищ Васильев, который был прислан из ЦК партии. И когда Николай Николаевич обратился к нему касательно меня, тот реально и грубо ответил Николаю Николаевичу: какими принципами вы регулируете, руководствуетесь, профессор, когда вы подбираете своих студентов? Таким образом, Николай Николаевич, к сожалению, вернулся в гостиницу «Москва» ни с чем. И ограничился тем, что написал письмо директору завода, на которое был направлен, со словами, как говорится, не повесят. Другое дело, что это уже никак не влияло на мою дальнейшую судьбу. Я получил возможность работать и заниматься наукой благодаря Вадиму Евгеньевичу Лошкареву, который получил разрешение президиума Академии на то, чтобы принять меня в свой отдел.
И, соответственно, моя дальнейшая судьба была связана с полупроводниками. И мне очень приятно, что работа по магнитным свойствам была выполнена совместно с Соломон-Савчем Пекаром, тоже выдающимся ученым. Берт Альперн mentioned important contribution of Soviet scientists in international science. And I am highly proud that I received this high recognition together with Bert Halpern, a great scientist, and my American friend. So it is a special thanks to Bert Halpern for his friendship during two decades, which I spent in US, and especially during my work in the Harvard University. So I had pleasure meet Боголюбов at the personal level. I am proud that he has chosen me as his student. Unfortunately, the political conditions of that epoch made it impossible, but in general, I am absolutely satisfied with my work in Kyiv, which was of great importance for me, and I wish to express my great attitude to physicists in Kyiv, great scientists such as Loshkarev, Pekar, and so on, and great thanks to colleagues in during the years of my work in the Ukrainian Academy of Sciences. Thanks the committee which elected me for this high honor. Thank you very much again. Thank you very much, Emmanuel Osifovich. Спасибо огромное вам за вашу лекцию, за воспоминания о Николае Николаевиче, за высокую оценку киевских физиков, за то, что вы так поддерживаете с нами научные контакты. Спасибо вам огромное. Мы поздравляем вас с этим почетным званием почетного доктора Института теоретической физики имени Боголюбова. Мы желаем вам доброго здоровья, хорошего настроения, всего самого-самого доброго. Спасибо вам огромное. Спасибо. Огромное спасибо вам за вашу высокую оценку. И для меня поддержание отношений с Киевом было очень важным. И я должен вам сказать, что в личной беседе с покойным Борисом Евгеньевичем Платоновым я обещал ему сохранять связь с Киевом.
Поэтому это в частности выполнение моего обещания этому выдающемуся человеку, который возглавлял Украинскую академию на протяжении 10 лет. Спасибо. Спасибо, Эммануил Лосифович. Dear colleagues, does somebody like to give comments on some questions? No. The questions to me? No. No comments, no questions. So let's thank Professor Rajba once more for his outstanding contribution to theoretical physics, to the development of science in Ukraine in particular, and not only in Ukraine. Professor Rajba, we wish you good health, we wish you bright mood, we wish you all the best. And we shall send you your diploma by mail, so you can see it not only on the screen, but thank you very much once more, dear colleagues. The program of the present session is fulfilled. So if somebody like to give comments or proposals, you are welcome. If no, I thank everybody for participation in the Bogolyubov readings. I especially thank our honorary doctors for their presentations, brilliant presentations. See you tomorrow, dear colleagues. Anatoly Glebovich, what is the regime tomorrow? Чё? What is the, как мы працюємо завтра? The in ordinary mode, I mean that it